18 мая в Казани открылась 25-я ежегодная конференция Международной организации «Не спаси инновации управления в государственном секторе», работа которой продлится до 20 мая. В мероприятии принимают участие более 150 гостей из 35 стран мира, в частности, из Центральной и Восточной Европы, США, а также участвуют представители ООН, Международной ассоциации школ и Институтов государственного управления, Национального центра по вопросам государственной и гражданской службы Франции, Американского общества государственного управления. Ректора более 10 университетов стран Центральной и Восточной Европы. Создаются, с одной стороны, огромные возможности для совершенствования госуправления, с другой стороны, является важным вызовом, потому что граждане сейчас, они овладели современными информационно-коммуникационными технологиями. Сегодня граждане хорошо информированы о решениях, которые принимаются в разных частях света, и могут сопоставлять решения конкретных госорганов на. С торжественным словом в начале мероприятия выступил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Позвольте мне приветствовать вас от имени президента Республики Татарстан, парламента и правительства нашей республики, которое придает исключительно важное значение сегодняшней конференции и уверенно в глубоких дискуссиях по той тематике, которая была заявлена на сегодняшнюю конференцию. Впервые организуемая в России сетью институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе совместно со старейшим вузом Российской Федерации Казанским федеральным университетом. Достаточно длительная работа с нашими коллегами с ассоциации «Не спаси» привела к тому, что юбилейная конференция проходит именно на площадке нашего университета. Это достаточно интересная конференция по одной простой причине, что все новшества, которые сегодня реализуются в европейских странах, других странах, которые, представители которых находятся здесь, позволят транслировать программы по переподготовке госмуниципальных служащих, да и, в принципе, транслировать на первичную подготовку наших студентов, которые видят дальнейшую работу в структурах государственной службы и муниципальной службы нашей страны. Одна из главных задач «Не спаси» – это развитие школ в сфере государственного управления, а также дальнейшее получение ими аккредитации по этим программам. В России сейчас очень много ресурсов внедряется для повышения качества высшего образования, и это основная задача нашей организации – это организация школ. В рамках конференции запланировано обсуждение таких аспектов, как реформирование государственного регионального управления и местного самоуправления, межрегионального сотрудничества, реализация государственной политики, внедрение IT-технологий в процесс управления. Закрытие конференции состоится 20 мая. Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на официальном сайте Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.